Так, очередной бляк зарезался. Тут такую битву я пропустил. Не пропустили, не записал, я забыл включить запись. Там где-то невидимая крыса меня атаковала, даже две. Потом вот эта тоже невидимая была, стала видимой. Может быть, это она и есть, хрен знает. Короче, тут такой замес был прикольный. Но не записал, забыл. Продолжаем. Надеюсь, этот бляк будет жирный. Из него выпадет жирок. Во! Добавлен жир бляка. Отлично. Так, ну-ка. Где-то тут невидимая крыса. Вот, видите? Тут воевал с ней. Ну а как с ней воевать, с невидимой? Ладно, хрен с ней. Уходим. Жир добыли. Теперь идем за мозгами. За мозгом студии. В принципе, не очень далеко. Так, продать что-нибудь. Надо бы кухню. Хвосты, когти. Язык не продадим. Пойдемте. Сейчас через морька. На морке выложим. Все это дело на обратном пути. И морек сейчас покажу тем, кто не знает, где находится и морек. Там есть кладовщик. Хотя бы там есть. Выложим и пойдем дальше с мозгами. На обратном пути заберем. Держим путь на морька. Вот здесь он вот. В L9. Вот кладовщик написан. Да, плохо, что я не включил запись. Ну вот опять же закон полностью. Там так весело было вообще, пиздец. Я сам угорал. Как я бегал с этими крысами. Так, тут нет, вроде бы вон там в лесочке со мной. Так, а нам что, языки надо, да, свой выложить? Остальное уже так, в довесок. Уже проверено до нас. Так, а там кто? Лично. Ну, этот точно не покашляет. Тоже видос снимает. Этот против, он ненавидит их. Просто. Покашляет. Нормальный парень, но покашляет, ненавидит. Вот это и морек. Место называется. Так, это сюда, это сюда. Ну все, что это все? Ухо тоже. Пусть будет на всякий случай тут. Да и вот эту фигню.
Сейчас-то у нас есть жратва на целый час еще. Так, Неморек. Неморек это место называется в честь вот этого гражданина. Идем дальше. Это нам сейчас нужно в деревню Белых, мы же там уже были, вот опять туда и там убить Стугу. Опять же, скорее всего, придется не одного, а как минимум двух убить, потому что сразу редко выпадают мозги. У меня такое редко бывает. Обычно со второго только выбиваешь мозг. Так, давайте вон там проверим схрон. Раз уж идем. Может повезет, еще найдем специю. Продадим. Угу. Хуюшки. Ну нет. Ну, только изолента может понадобиться. Это все дешевое. Не нужно. Хотя можно было бы подобрать, он продать сейчас. Тут же есть ремонт сейчас на болоте. Сейчас продать можно. Хрен себе. Не взяли и не взяли. А вот изолента, она там по квестам по каким-то нужна будет. Поэтому лучше сейчас ее копить. Кто-то со спасом где-то долбит. Такие. Егор, Шиша. Что за горы Шиша? А вот они по двое ходят. О, ты что там целишься в меня? Целится. Засранец. Так. Верши. Гэши 18. Что такое гэши, интересно? Вроде прошлись они только что тут. А верлиоки как там ходили, так и ходят. Как они мимо них? Так же, как и я сейчас, наверное. Ну обычно хрен пройдешь мимо. Кидаться начинают верлиоки. Вот эти. Спокойные. Подслеповатые, спокойные. Ну и не будем их тогда трогать. Так, 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 так. Печать не будет. Это ну очень хорошо. Тут тоже будьте внимательны на подступах. Могут ПКшники тереться. Вот прямо тут может стоять где-нибудь. Вот тут, вот тут. И вы так заходите такой, ничего такое. Налегке такой важный. У вас спину дыч-дыч-дыч. Все, обыскал. Тебя нарез, нахуй. Сам сюда, продавщику все выложил и опять туда встал и стоит. Так что внимательно. Когда-нибудь они здесь, это сейчас пока затишься, но когда-нибудь они там все равно появятся. Так, ты мне не нужен. А, нет, нужен. Ты мне нужен. Изоленту тебе. А вот приклад этот. Магазин. Продадим. Патронов хватает. Чебуратор и Млечный это один и тот же, как Линкольн. Кипер. Так, не задерживаемся. Так что, знаете, вот этот Чебуратор и Млечный, они вас не убьют. Наоборот, даже помогут, если что.
марево бы еще найти две штуки. Колобок сделать, да, для квеста. Поискать, что ли? Давайте поищем. Вот ночью хорошо его видно, это марево. Или надо с этим ходить, с магнитным захватом. Днем его не очень хорошо видно. Но нам-то всего две штуки надо. Может, повезет, сейчас найдем. Две сумки у нас есть, но еще нужно два марева. Колобок нам самим там нафиг не нужен, но вот для квеста. Санки бывало мы. Нужен будет колобок по квесту. У нас же есть такое задание. Ну будет. Да что тут? Сколько верок трется нам? Да, что-то не видать, Марио. Ну, раньше всегда было. Ладно, еще на обратном пути, если что. Все равно через это же место пойдем. Странно, что нет моего. Ну да ладно, нет так нет. Идемте. То еще много времени потеряем на студне сейчас. Этот студень самый ближний. Чтоб по квесту именно, по гурмановскому бежать. Но он ближний-то ближний. Но когда народу много на сервере, то лучше пройтись до дальнего. Но не до дальнего, а до дальних. Там их много. На другую локацию идти надо. Но там их хватает, там легче убить. А тут он один, там или двое их. Респается. Но когда народу на сервере много, там такая борьба за них. Поэтому этот вариант только когда никого нет. Так что имейте в виду. Так, там кто? Плут. Видишь ты? Плут. За нашим студнем побежал. Рэмплут. Ну, не наш, конечно. Да и так. Тут аномалий нет, я просто так кидаю там. От скуки. Вон там наверху тоже схроны бывают. Под деревьями там, в кустах. Так что если хотите, полазите. Так, и тут тоже. Ну это все уже собрано тут. Это, наверное, самый долгий вот квест из гурмановских. А, ну еще брутер, да, брутер еще. Такой тоже по времени затратный. Последний самый, по-моему, простой. Ну только что вот чай найти. Долго, а так именно по нычкам надо шариться. Так, сначала лес возьмем. А потом пойдем за студнем. Чтоб не возвращаться.
если что. Вот это ведет в локацию Серый мир. Слепец. Я еще ни разу там не был. В Сером мире. Ну вот там уже кто-то стоит, стреляет. Поэтому надо ждать. Можно, конечно, и вместе с ним сейчас по-подлому делать, то есть вот стрелять вместе, и то даже не вместе, а подождать, пока он постреляет, и потом под конец тоже начать стрелять. Ну, мы так делать не будем. Раз он первый пришел, пусть он и убьет студию своего, а мы уж следующего. Не будем пакостить. А пока верлиок постреляем. Схроны тут еще давайте покажу, где есть. Вот здесь схрон есть. И вот здесь. Опять же, это про который я знаю точно. Может быть, где-то еще вот он. Ничего хорошего тут. Ладно, все заберем. Это про который я знаю. Может быть, где-то еще есть. Возвращаемся. Так, этот наш там стоит до сих пор. Не убил еще студия. Вот так стоите и ждете. Вот куда он камни кидает, вот там появляется студия. Вон там. Только подальше. Не докинул. Сил не хватает. Там появляется. Или за забором может он там появиться. Убить его легко, в принципе. Особенно если в голову стрелять. Можно вот сюда залезть. Тут его подождать. Даже как-то на самый верх можно. Там вот эти трубе, что ли, по текстуре лифтом. Ага, вот. Видите, голова за все. Раз и наверху. Можно отсюда пострелять. Здесь стоите и внимание сильно не привлекаете. Там стоите такое место, как бы, так, самое популярное, так скажем. Там всегда обращает внимание, стоит это, нет. А тут не всегда могут посмотреть. Тоже где-то примерно раз в 10-15 минут резкается. Примерно. Марио бы тут еще было бы. Пособирали бы пока. Но тут Марио нет, насколько я знаю.
Еще марево можно услышать, оно как костер. Звук костра дает. Вот бывает, бежишь, бежишь, и раз, где-то ни с того ни с сего, звук костра. Все, значит, где-то марево рядом. Можете осмотреться, найдете. Его плохо видно. Такая, как зависть какая-то в воздухе, каких-то там пушинок. Но если услышали вот так, ни с того ни с сего, звук костра, это марево. Осмотритесь по сторонам, найдете. Повнимательнее. Оно дешевое, правда, фармиться на нем не получится. Только для квестов нужно. Марево это такой артефакт. Так, ну вот, не будем стрелять. Не будем пакостить, пусть убивает. Там. Да, написал. Ну вот, в общем, ждать надо следующего. Они тут вроде как двое респаются. Может быть, сейчас даже и не 10 минут, а поменьше придется ждать. Ну, просто может не выпасть сразу. Придется еще ждать. Можно пока пойти квесты повыполнять вот тут вот, в деревне Белых, простенькие, но, наверное, не буду я все-таки. Ладно, на этом, блядь, или не останавливать запись. Сейчас опять вот выключу, и опять что-нибудь случится интересное. За мозгами пришел. На этих ступнях качаться тут, я не знаю, глупо. Респаются редко. Опыт это столько, уж они прям много-то и не дают, чтобы качаться на них. Если уж на ступнях качаться, то на Тунгуску надо идти. Они тут по одному. 15 минут убивать будет. Это не дело. А этот вышел что-то из игры. А, видимо, дождется, пока мы отстреляемся. Чтоб сейчас зря время дневник не тратить. Может быть, у него не дневник, а эти таблетки. На сайте покупаешь таблетки, и таблетки, когда ты не в игре, они не кончаются. Не идет таймер. А дневник, таймер идет. Хоть ты в игре, хоть не в игре. Ну и вот люди... чтобы не тикал таймер, фокус там стоят. Сейчас время пройдет, примерно засек, сколько мне хватит, и потом загрузится. Да. А так, а где же тут еще студни-то есть? На этой локации, по-моему, больше нигде. Но я больше не знаю, где тут еще есть студни. Нигде вроде бы. И только на Везувии дальше, на следующий. Там их полно. Тут больше не знаю. Если кто знает, напишите в комментариях, есть или нет. Буду знать, куда еще можно будет сходить за ним. Здесь, на этой локации.
Вот опять нажал прыжок, все зависло, и теперь будет это, вот последнее действие он выполняет. То есть бегает без прерыва. Это что за глюк, а? И ладно бы, хер с ним, пусть бы он выполнял его последнее действие, но оно подвисает, видите, он так надолго. И именно это вот, когда вперед жмешь и прыжок нажимаешь, такая фигня происходит. Временами. Спать уже охота. Ну где ты, где ты, где ты? Вон он. Ты посмотри, ты не хватило обоим. Не выпал, видите, из него мозг. А так практически всегда. Надо двух убивать. Крайне редко бывает, что прям с первого выпал мозг.